сейчас хочу пригласить молодых людей с города такого, есть Листки. Листки. Всего каких-то 40 минут от меня они живут, и такие благословенные братья и сестры. Даже в одинаковых майках. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу. Пока они там готовятся, есть пару минут. Правда говорят, дела Господни чудны, да? Бог делает такие чудеса разные, всякие. Тут есть те, которые из молодежи в этом году первый раз? Есть такие? Ага, есть такие. А есть те, которые из молодежи, были на первой конференции? Ага, есть. И я думаю, то, что те, которые первый раз по возрасту, в нашей церкви тоже тут есть, по возрасту первый раз приехали, они прям так, ура, наконец-таки я уже в молодежи, уже могу поехать на конференцию. А я думаю, те, которые сюда приехали, которые были еще на первой, в качестве молодежи, говорят, хорошо, я еще молодой. То есть эти говорят, я уже молодой, да, а те, которые уже 14 раз тут, говорят, я еще молодой, слава Богу, готовы, да? Я к чему? Дела Господни чудные. Но есть еще добавление, а его детей еще чудней. Слышали, да? Слышали. Вот мы вот так вот немножко подумали, сделали вот такие вот майки. Ну, так вот нам захотелось. Ну, мы же дети Божьи. Мы немножко чудненькие. Вот. Сейчас песню они споют такую, они тоже, у нас церковь называется «Путь спасения». Вот. И они хотят спеть, так они назвали, гимн нашей церкви. Да, где-то что-то они переделали, где-то что-то с какой-то песни. Ну, вот так вот они сделали. Ну, мы же чудные, мы же дети Божьи. Вот. Поэтому послушайте, пожалуйста. Thank you.
близкий.